Я вас приветствую, друзья, с вами и спикер, и мы снова на арене в The Forest. И сегодня будет интересное выживание, сегодня мы будем выживать с рассвета до заката против мутантов, абориген и неизвестно против кого еще. А все дело в том, что у нас будет сегодня артефакт, вот такой артефакт есть в The Forest, когда он горит, у нас красный горит, тогда мутанты прибегают именно к нему. Мы поставим в центр арены и будем ждать мутантов, аборигенов и всю живность, которая будет к нам приходить, и всех будем убивать на арене. И все это будет происходить от рассвета до заката. Если у нас получится, мы будем живы, если не получится, нас просто съедят. Или просто закопают другие уже игроки. Хорошо, мы уже идем в наш домик брать больше припасов, чем это возможно. И как раз сегодня возьмем самую крутую броню, которая есть в The Forest. Это, конечно, вот такая броня. И, конечно, не забыть шлем. Это обязательно, друзья. Потому что будет от рассвета до заката будет много мутантов, будет много живности. Я надеюсь, будет много. Потому что мне нужно побольше и нужно проверить себя. Обязательно мы, конечно, возьмем шоколадки и будем там питаться. Сделаем костерчик, будем сидеть и жарить рыбку. Довольно прикольно будет. Если, конечно, никого не будет, будем просто жарить рыбку и общаться с вами, друзья, будем. Побольше шоколадок на всякий случай тоже возьмем. Сверху тоже есть шоколадки, их набираем. Пока что ночь, пока что мы набираем, но первые уже лучи света будет, солнце, и мы, конечно же, выходим на арену, друзья. Так, это какое-то у меня мясо в руке, что ли? Или какашка? Даже непонятно. Берем алкашку тоже, сделаем коктейль молота, будем реально какие-нибудь уже устраивать баррикады и будет отстаивать нашу позицию на арене. Есть таблетки и будем брать оружие. У меня есть только один топорик, возьмем такой топорик. Пистолет такой тоже возьмем. И мне нужно, конечно, взять еще современный лук. Обязательно к нему стрел. Желательно побольше. Ну, максимально сколько у нас влазит, это все. Это и все, что ли. Так, мне нужно еще обязательно катанка. Да, есть еще современный лук, он вот тут висит. И катанку. Нужно еще, конечно, копье взять. Копье. Не вижу копья. А вот взял. Нет, катанка у нас. Или я уже взял. Нет, копье не взял, но, в принципе, можно его сделать быстренько. Есть, кажется, два вида копья. Секундочку, я его не могу найти. Вот копье. Нет, это палка. Не то. Хорошо, мы сделаем копье. Две палки, в принципе, вот и копье готово. Все, мы как настоящий спартанец уже спускаемся вниз и будем ждать первых лучей света. Только у меня нет бензопивы, в принципе, она есть, кажется, на арене. Она, кажется, тут тоже была, но я ее тут уже почему-то не вижу. Тут так много оружия, но бензопивы тут нету. У нас есть на арене, можно там подобрать и, конечно же, мы ее подберем. Ждем утра, друзья, и заходим на арену. Уже светает, и пора ставить артефакт прямо на арене и ждать наших мутантов. Ну что, нужно быстренько поторопиться, потому что первый лучи света уже будет. И нужно как раз уже начать наш бой. Так, это дело мы отсюда уберем. Арена наша. Наша арена. И заходим на нее. Тут у нас никого нету пока что, но скоро точно будет. Ставим прямо в центре, конечно же, и скоро будет много мутантов. Сейчас разведем костерчик, приготовим завтрак и как-то его нужно включить еще, кстати. Вот он включается, раскручивается красным и поставить его прямо в центре. Ох май гад. Да, солнце у нас появляется, рассвет наступает и начинается наш бой. Мы ждем, друзья, ждем больше мутантов, можно взять современный лук и просто по хедшоту раскидывать. Ждем, ожидаем. А пока что мы ожидаем, мы можем, в принципе, сделать костерчик и пожарить рыбку. У нас, кстати, нет рыбки, кажется. О, уже первый есть гость. Хедшот. Не получилось. И, друзья, они забегают. Смотрите, уже четверо точно забежали к нам и готовы с нами сражаться. Есть уже первый лучи света. Да. Не, прям в гору, что ли? В гору не считается, конечно же. Так. Вот нормально. О, сколько их тут? Да, походу раскидывает даже. Сейчас мы тоже в ответ кинем. Оп, промахнулся, что ли? У нас пока что есть стрелы, и сейчас начинается потеха. Утро начинается бодрым, как всегда. Нет, нужно в голову, прям в голову нужно. Хорошо, берем катанку, их слишком много уже становится. О, кто попался? Кто попался? Можно просто в голову попасть ему. Оп, получилось. Да, друзья, прям в глаз получилось, и он уже трупняк. Обалдеть. Это реально получилось круто. Берем катану и гасим их. Все зубы я твои выбью, чувак, сегодня это точно будет. Жаркий днем будет. О, стой. Трупешник уже висит, довольно шикарно смотрится. Так, после побоя сейчас особенно посмотреть, как он раскидался активно-то. У нас есть, по идее, динамит, у меня уже дыхалка устала, кстати.
дыхалку устал, нужно поджечь. Пока что никого нет, мы поджигаем прямо возле него. Да-да-да-да-да. И прям в костер его. Да-да, в костер. Нормально. Вот наша барбекюшка сегодня будет. Барбекю готова. С добрым утром, детка. Дыхалка слишком быстро падает, потому что я часто бегаю. А тут таких мутантов я ухожу подальше. Меня зажали, просто пришлось уже. Красиво. Его нужно реально гасить. Там у него стрела моя. Заберем стрелу. Нормально. Двоих он поджег, в принципе, крутяк. Нужно добить его. Вот таким ударом. Довольно прикольно получилось. Леш, со всего удара. Со всего удара и двоих сразу. Нет, только одну. Они горят. Ну, пока что у нас просто обычные ребята. Можно это дело пустить. О-о-о-о, прям в меня, черт. Это броня не поможет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Прям в харе дал ему. Это был хук справа. Реально получилось круто. Как они раскидались свои коктейль-молотовы, свои шарики. Берем уже лук, наверное. Возьмем лук. Так, пока что бронь наша держит. В принципе, найс. Не обивает. Не обьют сильно. Ох, да. Не, нужно все-таки по хедшоту. Конечно, не двигается. Да, детка. Нет, жива еще. Вон-то вот мне нужен дальний. Ух ты, жесть. Секундочку, есть по идее динамит, и нужно, конечно, его взять. Потому что у меня динамита нет, а если придут большие мутанты, придется уже, конечно... Давай, стой на месте. Промахнулся, что ли? Он стоял на месте просто. Оп, он попал, но все-таки еще остался живой. Решил со мной разобраться. Секундочку, я, кажется, уже слышу какой-то рев. Есть какой-то рев, и скоро ко мне подойдут. Да-да-да-да, подходят, точно подойдут. У тебя есть моя стрела, надо заберем. Заберем и новый пустим прям в задницу. Да стой на месте, чувак. Оп. Вроде же попал. Нет, не попал. Так, полетел прям в меня. Вон того нужно в первую очередь снять. Давай, давай. Оп. Обалдеть. Прям в глаз. Смотрите, шикардосик. О, ящерица, можно еще и ящерица. Ну, по идее, она не против нас. Против нас. Но... Ох, май гад. Они заходят, друзья. Они реально сюда заходят просто в гости. Берем динамит. И сейчас будет потеха. Я даже не успел позавтракать. А я уже проголодался. Так, я бегаю и быстренько поджигаю... Динамитик, и мне нужно бросать побольше. О, пришло два осьминожки, им нужно, конечно, гасить их. А, бросаем сюда динамит. Да-да, кто-нибудь разорвется там? Но кто-то, кажется, все-таки разорвался. У нас тут три больших мутанта, и потеха начинается в полном разгаре. А сейчас буквально всего лишь 10 часов утра. Раскидывается просто обалденно и поджигает не тех, кого нужно. Я сажался прям в сумму. Бросай. А бронь пока что держит неплохо, неплохо держит бронь. Да, прям в спину. Конечно, не по-спортивному, но что ж поделаешь. Поджигай, мой друг, скорее еще. Их трое целых. Трое здоровых мутантов. И нужно, конечно, их гасить. Бросай. А меня зажимают. Сейчас будет взрыв. Сейчас будет взрыв. И да, о, мясо есть. Мясо будет к завтраку обязательно. И бензопила. Друг мой, я ее ждал. Сколько я ее ждал? Наверное, часа два. Да-да-да-да-да. Прям в угол. Он залез наверх. Не по-спортивному. О, как его колбасить. Куда он полетел? Обалдеть. Это The Forest Arena, друзья. Такой экшен увидите только на моем канале. Ну, я не буду, конечно, задирать нос. Возможно, в другом канале даже что-то подобное. Поджигай. Да не тот ты взял, просит шарик в него. Эх, не бывает, не бывает. Давай по чуку. Ох, нет, не получилось. Она еще брыкается. И скоро подойдут, наверное, большие мутанты. Кстати, я уже устал, нужно пепси-колу выпить. И тогда будет все найс. Эх, меня сильно прессует, даже не могу убежать. Дыхалка реально устала, пепси-колу быстренько. Все нужно быстренько делать. Все, дыхалка восстановилась. О, да-да-да. Решил на меня просто кинуться. И не тут-то было. Да-да-да, рубит. Руби его сильнее. Там какой-то еще рев был. Они заходят, по идее. Обалдеть. Давай, руби его. Пойду, будет моей. Твоя шкурка будет моя. Он готов, друзья. Он готов. И нужно взять, наверное, что-то покрупнее. Возьму, наверное, вот, постреляй маленько. Оп. Нет, 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 не зажимают. Может быть, кинуть прям сюда динамит, но... Ох ты да, обалдеть. Две стрелы и готов. Можно, по идее, снять шкурку, потому что она мне пригодится. Еще до ночи будет слишком много времени. И нужно, конечно, шкурки снимать, друзья. Обязательно идет на меня. Воина брони у меня уже нету, а у нас еще обед не начался. Но, в принципе, часов 12 точно есть уже. Походу, забегает свежее мясо. Оп, он даже отвернулся, что ли? Как, друг, у тебя получилось так? Прям спину давай. Спину не получилось, и можно еще разок. Куда побежал с моей стрелой? Зажимай его в угол. Зажимай голову в угол. Он решил убежать с моей стрелой, что ли? Оп, он несколько уклонился. Хорошо, отбиваем на арене, не будем выходить из арены. Там у нас две стрелы прям в нашем мутанте. И давайте, наверное, все-таки расстреляем полностью.
Да-да-да-да-да, готов, кажется, забрыкается и сейчас куда-нибудь улетит. Оп, прям в глаз, обожаю этих ребят, которых можно вынести с одного удара. Куда полетела? Моя шкурка куда полетела? Стой на месте, я пытаюсь. Кто не пытается бросать, я не понимаю. Оп, получилось, нет, не получилось, я попал не в того, и попал не хедшотик. Нет, чувак поджег. Моя стрела горит у него, заберем сначала стрелу, потом, конечно же, держи хедшот, он пригнулся. Когда он бросал, он пригнулся. Довольно хитер, он опять пригнулся, что ли? Ты тратишь мои стрелы, чувак, попросту, о, да, получилось, но, кажется, стрела осталась в нем еще. Оп, прям вплотную. Подходи ближе. Оп, обалдеть, не успел даже кинуть. По идее, должен был разорваться. Но это, конечно, не динамит, а обычные шарики. И мы, конечно, выдержали первую волну. У нас уже, кажется, полдень, и мы ждем новую волну. По идее, я проголодался, возьмем шоколадки, питье попьем. И, наверное, пару алкашки. Потому что, ух, было жарко довольно. Кстати, есть шкурка, можно, по идее, снять и одеть на себя. У нас потратилось половина брони, это, в принципе, нормально. Есть у нас еще бронь, мы одели еще две брони и, в принципе, найс. Стоим пока что до конца, стоим еще. О, стрела. Стрела мне пригодится, и можно, по идее, еще сделать стрел. У меня стрел осталось довольно мало. У нас есть время, и можно сделать стрел. У нас нет веток. Так, бегает ящерица. Это мой обед. Оп. Обед готов. Можно снять шкурки, конечно, пообедать. Я, кстати, потратил... Вот, я потратил две палки как раз на костер. С утра пораньше я решил позавтракать. Так, давайте разделаем и пообедаем. Не было завтрака, будет обед. Так, у нас мясо заберем и положим сюда миску. Я готово. Ждем следующую волну. Можно сделать, по идее, поджигательные стрелы. Ну, пока что не будем. В следующий раз сделаем обязательно. И, конечно, с таким артефактом еще будут серии, друзья. Можно было сделать, чтобы вся эта постройка разрушалась. То есть мутанты бы заходили, ломали со всех сторон. Это было довольно прикольно. У нас, по идее, только один вход, и ребята где-то там бегают, наверное, за территорией. Но мы ждем только на арене, мы ждем наше мясо, и можно покушать уже горящую пищу. И, в принципе, найс. Время идет на нас, и уже, походу, уже часа 4 точно дня. Можно еще рыбку, кстати. Так, еще есть мяско. Можно мяско съесть, и там была еще рыбка. То есть мы сейчас накушаемся. Мы ждем следующую волну, и, конечно, будет уже закат. И закрываем двери и убиваем оставшиеся мутантов, которые зашли сюда до заката. И тогда, конечно же, мы завершим нашу серию. Так, в принципе, все. Мы все поели. Есть еще какая-то рыбка, правда, зеленая какая-то. Где мутанты? День проходит, мутантов нет, можно, в принципе, выйти, посмотреть, что происходит. Ну, где-то прыгает. О, два мутанта. Ребят, заходите ко мне. Заходите ко мне. Чего пытается что-то разломать? Оп, он прям в затылок. И сразу тупешь. Они пытаются просто убежать, видимо, их просто в меньшинстве. Они просто пытаются убежать. Мы ждем на арене, в принципе, было найс, но ждем еще, потому что есть еще время. Можно, в принципе, даже и подготовиться. У нас есть какие-нибудь... у нас есть алкашка, у нас есть тряпочки. Можно сделать, в принципе, коктейль Молотова. Он тоже пригодится. Ну, зашли, конечно, они очень бодро и начали довольно жестко. Было больших три мутанта, один улетел. И из двух мы, конечно, сняли шкурки и забрали. А где-то на пеньках у меня валяются какие-то оружия тут. Нужно их только найти. Вот лись и ледоруб. У меня, кстати, его и не было. Тут чувак, кажется, просто попал между глаз, и он просто висел здесь. Ребят, походу, его все-таки спустили. Довольно прикольно смотрится, просто реально между глаз получилось. Заберем стрелу, и можно, в принципе, это дело еще поднять. У меня нет веток, вот в чем проблемка. Нужно было затариться, конечно, ветками. Сколько пеньков валяется просто так. Так, у нас тут есть припас какие-нибудь. Припасов тут нет, у нас есть динамит. Да, есть еще две шашки, в принципе, пригодится. Так, ты просто сам себя поджег. Так, есть катанка, но она у меня есть. И никто не пытается больше зайти. Это и все, что ли? Одна волна была. О, мне кажется, заметили. Меня заметили, и сейчас зайдут двое. Да я моих двое, и чем же... Ох, есть мачете. Нет, есть копье, можно с помощью копья попробовать. Ребята, заходи. Мы воюем только на арене, не выходим из арены. И прям до заката, друзья. Уже, наверное, 5 часов, 6 часов точно есть. Так что осталось буквально 4 часа, и мы победим в этой схватке. Ну заходи, заходи ко мне, не стесняйся. Боится. Хорошо, побегом, у нас есть еще костерчик. Может что-нибудь еще сфарганить. Так, куда делся костер?
Так, вот мой костер, есть рыбка уже, там и есть, походу, еще мяско. О, черт, на черное. Нет, нормально, не траванулись, можно еще съесть. Ну, ребята, пытается, конечно, зайти, можно, в принципе, его просто сагрить и все. Чтоб не мучился, как говорится. Так, ну-ка, убери стрелу, он куда-то зашкирился. А, нет, она не пытается таки зайти. И, походу, решил зайти, просто решить. Вопрос один на один. Прыжок мимо. Прыжок мимо, просто поиздеваться можно на дне. Можно просто в туловище стрелять. Я не буду хедшоты ему раскидывать, я буду ему в ноги и в руки стрелять. Чтоб маленько продлить ему жизнь. Вот можно в бедро, чтобы маленько похромал. Похромает. Да, конечно, против один на один мы запросто сможем его раскатать. Оп, попал. Три стрелы готово. Ну, кстати, современный лук довольно эффективно. И уже хватит с ним играться. Оп. Обалдеть. Я реально уже просто супергерой какой-то. Решил убить и просто взял и между глаз попал. Реально между глаз получилось. Ну, в принципе, да. Прям в нос попал. Обалдеть. Стрелы заберем, конечно, оружие твое уже не влазит. Довольно прикольно получилось. Но это всего лишь один, где остальные я пока что не вижу. Так, тут у нас никого нет. Куда вы все делись? Ну, хорошо, у нас время пройдет и, конечно, двери закроются. Это будут последние мутанты, которые смогли зайти на арену и с нами сразиться. Больше никто не хочет сражаться, что у нас есть еще из припасов. У нас припасики, в принципе, достаточно. Есть динамитик. Робота у нас нету. И горки нет, чтобы можно было прокатиться. А нет, в принципе, есть горка. Вот можно, в принципе, прокатиться. Пока что у нас нет мутантов, нужно как-то маленько себя развлечь. Эх, прокатили все. Нет, не получилось. Тут реально маленькая горка. А можно, в принципе, попробовать и с разбега. Ну-ка, давай-ка с разбега. Вот прям тут и с разбега. Ох ты, да. Маленько недалеко, конечно. Так, что у нас есть еще? Можно, в принципе, одеть броню костяную. На всякий случай. Как-то получилась у нас комбинация брони. Можно поменять даже и одежду. Мы сменили какую-то одежду, у нас, по идее, броня. Это даже не видно как-то. Нет, не видно. Так, есть еще бензинчик. Да, бензинчик еще есть. Можно, кстати, ее просто положить на пенек. Там никого нету. Вот так подойдем к пеньку и можно просто ее положить. Я чувствую, уже не будет сильно много запары, потому что ребята к нам не подходят. Была одна волна и все. А есть у нас, интересно, патроны. Нет, патронов у нас нету. Пострелять мы тоже не сможем, а вот послушать музычку мы, конечно же, сможем. Ну-ка, давай, кассетку. И можно просто поставить куда-нибудь на пенек. Так, заводи музыку. Вот есть пенечек, и можно на пенек. Нет, катанку положил. Ее можно как-то закрепить, наверное. Или просто поставить. Но я помню, можно было на дерево, но у нас тут нет деревьев, и на деревья, конечно, я не смогу ее поставить. Ох, есть мясо. Есть еще мяско. Пообедаем. Второй обед у нас будет, конечно же. Так, хорошо, музыку мы уберем. Да что такое, мой друг? У нас тут нет воды, чтобы можно было потушить себя. Хорошо, костер мы отсюда уберем. Можно уже остатки доесть. И уже часов 7 точно. Скоро будет закат, друзья, и наши двери закроются. Где ж наши мутанты? Сейчас точно будет какая-нибудь жесткая волна мутантов. Кстати, я вижу, есть уже, да, идут мутанты уже. Один идет, и что? Он успеет зайти или не успеет зайти, интересно? К нам на огонек. Но он идет в нашу сторону. Давай, заходи к нам. Да, идет в нашу сторону, и сейчас будет потеха. Один на один против... Даже не знаю, как он называется. Я называю его пауком, потому что идет как паук, и много у него ног. Сейчас зайдет, друзья, и у него, кстати, есть детеныш, который, по идее, он тоже раскидывает. Я буду, наверное, сегодня отстреливать луком. У нас нету палочек, что можно было сделать. Эх, можно маленько подразнить его. Нет, он просто заходит реально просто к нам. Медленно, уверенно, птичка летит, и попробуем птичку снесли, она повернула. Интересно, ну, умеет, по идее, прыгать. Он возьмет и перепрыгнет это препятствие. Без проблем. Заходи, по идее, будем сражаться только на арене. Заходи к нам, вот прыжок он, да, о чем я и говорил. А он даже может сигануть и отсюда. Да-да-да, нет, там как по идее мешается, да, там мешается, но он все-таки, думаю, зайдет. А можно расписать мой хедшот? Нет, еще не на арене, это не по правилам. Все по правилам и все по-честному. Без читов и монстры заходят, и все гасим, кто заходит. Ну, конечно, можно подразнить, нет, не хочет зайти. Смотри, у тебя осталось буквально 3 часа, зайдешь, не зайдешь, уже твои проблемы. Закроются двери, и ты меня не достанешь. Ну, кстати, еще бегай. Нет, нет, ну как-то другие зашли же. Три мутанта сюда зашли без проблем, так что давай, друг мой, пытайся как-нибудь зайти.
Я хочу с тобой один на один разобраться на открытой местности на арене. Ну да, помогу тебе, помогу. Нет, не получается, конечно, помочь. Не знаю, как тебе помочь. Давай закрой двери, а потом открою. О, как это я не по спортивному. То есть он не по спортивному. И давай заходи. Мы вместе с музычкой будем тебя гасить. Понеслась потеха. Сейчас подразним и вошли с Трева уже. Пошли в мутанта. Давай, давай, прям в пасть. Прям в пасть. Стрева, конечно, потом твои заберу. Обязательно заберу свои стрелы. Да-да-да-да. Один на один с таким мутантом всегда мечтал. Ну, конечно, в пещере намного сложнее, потому что там замкнутое пространство. Прям в прыжке можно бы попробовать. Я слишком поздно натянул тетиву. Там уже много стрел, правда, моих. Прям шеи. Кстати, я уже, кажется, уже попить хочу. Пепси-кол мне поможет. И, конечно же, может быть... Алкашку, мне кончились стрелы. Что же делать? Подходим к нему и забираем. Нет-нет-нет, там слишком рискованно. Кажется, я забрал уже стрелы. Он застрял, друзья. Он застрял, и можно, в принципе, его гасить. Обалдеть. Можно просто держать кнопку, и он большим ударом будет гасить. Хорошо, со свиной ударим еще. Здорово, мутант, конечно, у нас есть бронь. Одну бронь уже вынес, и пока что больше никто не заходит. Сейчас нужно что-то поджечь. Где тут можно поджечь? Была где-то травка. Я, кстати, уже устал. Нужно выпить пепсико быстренько. Так, две баночки. Пятюрили, и сейчас найдем, где можно поджечь. Нужно, конечно, разжечь. У меня уже все кончилось тут, а нет, есть можно. Вот тут можно это дело поджечь. Сейчас он подойдет, давай поджигай. Он подходит в наш штурм, будет этот забег делать. Ничего страшного, маленько погорим. Сейчас будет потеха, сейчас будет прыжок, либо будет атака. Прям через костер. Да спокойно, друг мой. Наша броня нам поможет. Он пока стоит на месте. Нормально. Хорошо, коктейль молота, будем поджигать его так уже. Издалека. Скоро будет закат, и двери закроются на арену. Давай, ждай. Словно грушу бросает. Уже костер прошел, бросаем в него коктейль молотова. Да, мой друг, гори, гори. Нормально разбегался. А есть еще две шашки, можно, в принципе, уже их использовать. И, друзья, нет, не пригодилось. А когда мы разрываем эту жертву, этого мутанта, то да, шкуру снять уже не сможем, по идее. Так, мы это дело уберем, уберем и шкурку снимем, потому что у меня нет одной брони, и как раз можно и одеть. Так, окейшки, одеваем броню, у нас уже максимум броня, комбинированная броня. И ждем, уже скоро закат, был последний походный мутант. И, в принципе, можно, наверное, закрывать уже арену, потому что я никого не вижу. Уже закат, друзья. Хорошо, закрываем арену, мы прожили с утра до ночи. А, вон чувак стоит, у нас есть парочку стрел, и можно раскидать один хедшот. Один хедшот просто в затылок, оп. Мне кажется, отскочила стрева. Реально отскочила стрева. Я, кажется, промахнулся. Либо взял слишком вверх. Оп, о, прям в спину. Давай, заходи, мой друг. Ты будешь последний. Будешь последний. Это, по идее, не на арене. Но не тут-то было. Он пригнулся. Нормально. Сейчас последний разок. Повезет, не повезет тебе. Оп, нормально. И он готов, друзья. Это был последний мутант, которого мы сегодня уничтожили на арене. Мы закрываем ворота, потому что уже закат, друзья. И подведем итоги. От рассвета до заката мы смогли выжить. В принципе, без проблем. Были мутанты большие, было много мелких. И заберем этот артефакт с собой. И увидимся уже в других роликах. Спасибо, кто смотрел, кто болел. До новых встреч. Всем удачи и пока.